Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический дневник просветления. 4 стихотворения. Волшебная свеча. Смежая веки, я вхожу в дом света, пламени свечи. Свечою чищу, ворожу, в ней вижу образов лучи. Твои черты, как свет и воск, и очи синего огня, под сенью золота волос, тоскуя, смотрят на меня. Ты пламень сине-золотой, в огне души тебе я снюсь, горит свеча, стал воск тобой, и ты придешь, я не боюсь. 1 сентября 1998 года, Иерусалим. Свет осени. Пора стихов, осенняя пора, любви небесной, крылья золотые, нас от сует в тени дерев укрыли, волшебный свет, тут наши вечера. 11 сентября 1998 года, Иерусалим. Роковое сомнение. Посвящено моей музе Любе. Да, это ты, мне шепчут небеса, пророчат, ты моя удача. Нет, я не верю, это чудеса. Чудес не будет в этом мире плача. Ты возрождение, говорит судьба, ты вдохновение, пишут строки снова. Ты призрак, чья-то вражба, приманка на крючке у рыболова. О, мой Господь, сомнение разреши, любовь моя из пепла лет восстанет, как истина, как свет моей души, женою вечной, незабвенной станет. 11 сентября 1998 года, Иерусалим, незадолго до свадьбы. Пророчество. Моя тоска, кольцо из звездной пыли, вберет пространство, твердость и полет. Еще надежды искры не остыли. Моя любовь все искры соберет, и я вернусь, себя забывший Бог, снопами света засияет счастье, и я вернусь, когда придет мой срок, собой как Богом стану в одночасье. 9 октября 1998 года. Иерусалим. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. 4 стихотворения из книги «Просветление».